Торжественное шествие войск возглавляет команду Юков. Право первыми пройти по Красной площади, задавая темп и ритм движения парадных расчетов. В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. В этом году училище отмечает 85 лет со дня своего образования.